Доброго времени суток, дорогие коллеги, с вами Кононова Аня и интернет-проект Faberlic Online. И в этом коротеньком видео мы с вами разберемся, как открыть свой YouTube-канал. Второе видео будет, как его оформить. Третье видео будет, как залить ролики на YouTube-канал, которые нужны минимум для рекрутинга. Итак, я открываю свободный браузер. И первое, что мне нужно сделать, это зарегистрироваться в почте Google. И я пишу Google почта. Также эта почта называется Gmail, да, ее всяко разно называют, да, то есть вот таким вот образом. Далее, что я сделаю, я тут выйду из этого, да, и буду регистрироваться. То есть нажимаю другие варианты, создать аккаунт и пишу свое имя, фамилию, отчество, да, то есть, ой, отчество не надо. Да, то есть Анна, тут я пишу Кононова, придумайте, да, то есть, ну, может быть, я напишу, знаете, что Анатольевна, что ли, потому что очень сложно сейчас подобрать имя пользователя, каких только пользователей уже, оказывается, не существует. Так, и так, написала, да, это имя пользователя уже занято, да, ну, что можно добавить, давайте вот так. Анатольевна, отлично. Так, ну и так, опять занято. Так, свободно, отлично. Значит, вводим пароль, который вам больше всего запоминается. Повторяем пароль обязательно, дата рождения. Ну, я думаю, что тут можно указать любую. Если это ваша единственная почта, то, конечно, указывайте свое верное. Это у меня уже, я не знаю, почта, наверное, 10. Да, также указывайте свой пол и мобильный телефон. Я указываю тот телефон, который, в принципе, я указываю везде, на что у меня зарегистрирован Viber, WhatsApp, Telegram. Вот, 919-519-1457. Электронную почту не нужно, страна Россия, и все, я нажимаю далее, да, то есть тут договор, и мы нажимаем принимаю, и вот тут вот уже я заказываю себе смс-код на телефон, ввожу потом этот смс-код и нажимаю продолжить. Значит, вот смс-код пришел. Вот, я нажимаю продолжить. Далее идет обработка, да, и перейти к сервису Gmail. Конечно же, перехожу. Вот, и что мы тут будем делать, да, то есть мы сейчас зашли на нашу с вами почту. Тут нас с вами просит как раз-таки все, да, используйте один адрес, то есть просит привязать другие почты, далее установить уникальный фон, если вам хочется, пожалуйста, мне это не надо, да, то есть пользуйтесь на любом устройстве, у меня есть на телефоне другая почта Google, так, можно общаться, совершать звонки, устраивать видеовстречи, да, то есть, ну, вот и все, перейти, да, то есть, что дальше мы с вами делаем, это то, что нам с вами нужно зайти в аккаунт Google, да, это тоже обязательно для создания YouTube, чтобы у вас тут была фотография, да, нажать, то есть, мой аккаунт, и обязательно вам нужно загрузить свою фотографию, да, обязательно, так, минутку, не туда зашла, да, то есть, вот, сюда нажимаете, да, и тут у вас будет YouTube. Нажимаете на YouTube и стараетесь его сейчас создать, да. Ну, тут, конечно, все разрешайте. Вот, и тут вот у вас уже есть ваш канал YouTube. Сейчас, значит, он у меня есть, но я сейчас, знаете что, я нажму «Сменить аккаунт», потому что у меня есть другой аккаунт, да, то есть я его сейчас сюда добавлю. Я его сюда добавлю, то есть я вот это все сотру и сюда введу свою почту и так далее. Да, то есть вот захожу, ввожу почту. Так, минутку, не скопировалась. Сейчас таким вот образом скопирую. Да, то есть ввожу почту.
и ввожу, нажимаю Next и далее ввожу пароль. Нажимаю Next. Ну и вот, в принципе, я сейчас под своим каналом YouTube. Можете пароль сохранить, если вам его не нравится вводить, да. И сейчас мы посмотрим, да. То есть я на своем новом канале Анна Кононова, да. То есть я нажимаю мой канал. Да, то есть вот, создавая канал, вы принимаете условия, да, соглашения, да, то есть ты, вот, и я вхожу как Анна Кононова. И тем самым я создаю канал. Значит, создала я канал, как вы видите, да, то есть обязательно, я все пароли всегда люблю сохранять. И что тут нужно сделать? Да, первым делом мы с вами, конечно же, изменяем значок канала, нажимаем «Изменить», да, то есть сначала подтвердите этот аккаунт, да, то есть забыли пароль, да, так, Лилия Савицкая опять выскочила, так, нам надо Анна Кононова, вот, значит, нажимаем «Загрузить фото», выбираете, в принципе, любое фото, какое вам понравится. Да, ну я вот выберу, наверное, вот это дружное фото, это мы в Кирове на корпоративе. Так, все не влазим. Угу. Ну тогда я вот так вот выберу. Ой, вот. Вот таким вот образом выберу, чтобы уже тогда одна была. Раз не все влазим, да, нажимаю «Готово». И, значит, заодно у меня создался свой аккаунт Google, да. То есть тут вы можете о себе что-то заполнить, еще что-то, да, то есть общие сведения и так далее, вот. И также, конечно же, мы с вами, так как уже создали свой канал YouTube, мы с вами нажимаем на YouTube. Нажимаем на YouTube. Боже мой, какие ужасные картинки. Да, и заходим именно мой канал. Мой канал. И тут у нас с вами, конечно же, канал нужно обязательно подтвердить сотовым телефоном. Поэтому я захожу в творческую студию. Вот. И тут уже в настройках мы с вами все это дело меняем. Да, то есть отсюда я выйду, он мне не нужен, чтобы он мне тут не попадался, не мешался. И нажму снова «Войти». Да, то есть Анна Кононова. Введите пароль «Далее». Вот. Укажите контактные данные, чтобы восстановить доступ к аккаунту. Да, резервный адрес. Вот. А электронной почте не указан, да, то есть «Изменить». Да, то есть вот это все, в принципе, обязательно делать. Вот, адрес электронной почты опять вводим. Так, минутку. Так, ну я обычно все копирую везде. Нажимаю «Далее». Значит, резервный адрес почты должен быть другой. Значит, я возьму свою основную почту, на которую мне пишут, на которую я зарегистрирована на сайте Faberlic. Да, то есть контактные данные добавлены, да, то есть вы можете в любой момент изменить настройки, то есть все готово, все отлично, все замечательно, да, то есть тут всякие верификации, вот, и опять-таки мы заходим на свой YouTube канал, и тут у нас с вами идет мой канал. Мы нажимаем на мой канал, и вот тут вот у нас с вами есть еще вот такой вот раздел, как творческая студия. И в этой творческой студии мы уже с вами будем смотреть. У нас есть с вами тут и сообщество, куда нам люди будут писать, и канал. Вот канал нужно обязательно подтвердить, да. То есть вы заходите «Творческая студия», «Канал», «Статус функций» и нажимаете «Подтвердить». И опять-таки вы выбираете, как вам удобнее. Опять-таки вводите этот же номер телефона. Да, плюс 7 919 519 14 57, и опять-таки нажимаете «Отправить». Вот, и сейчас, когда сюда придет шестизначный код, мы его сюда введем, да, то есть он пришел, значит, 904,
898 и нажмем отправить. И вот как раз таки после этого наш с вами YouTube канал создан. То есть фотографию мы с вами прогружаем именно через, видите, все написано подтверждено, да, то есть и наш канал уже идет с фотографией, что здорово, что классно. Вот, далее, значит, давайте же с вами его немножечко понастраиваем, но это уже в следующем видео, для того, чтобы вам было более понятно. Сначала YouTube-канал заведите и загрузите на него фотографию. Все-таки нам с вами пришлось создать, да, как вы поняли, сначала Google почту, потом Google почту подтвердить, потом, значит, создать YouTube, потом, значит, создать аккаунт, да, в Gmail, да, то есть мы с вами создали аккаунт, и потом, значит, через этот аккаунт мы загрузили фотографию, и она у нас стала отображаться на YouTube-канале. И потом мы с вами YouTube-канал верифицировали.